Метрошка – фестиваль детского дворового футбола. Он стартовал в 2002 году в Трехгорном. Организаторами соревнований выступает Фонд содействия развитию детского спорта «Метрошка». Каждый год география фестиваля активно растет. К нему присоединяются новые города-участники. Саров не стал исключением. В этом году наш город принял участие впервые. У вас очень хорошая материально-техническая база. Соответственно, я думаю, у ребят есть возможность развиваться, есть возможность, ну, учиться тренером, да, повышать свою квалификацию. Поэтому я думаю, что футбол будет интересный, эмоциональный, тем более это дети. В фестивале приняли участие 12 команд города в двух возрастных категориях. Всего на турнире было сыграно 18 игр. В каждой два тайма по 10 минут. Сначала ребята играют в группах. Вот. И какое место они занимают, они уже играют в стыковой матч за соответствующее место. Ну, то есть, занял ты первое место в группе в своей, ты играешь с первым местом второй группы, и вот, соответственно, вы играете в финал. Кто выигрывает, занимает первое место, кто проигрывает второе. И вот таких стыков три. Победителя фестиваля ждет суперкубок. Он пройдет в Челябинске в конце сентября. Абсолютные чемпионы получат не только множество подарков и переходящие кубки, но и отправятся в увлекательную поездку в Москву, где встретятся с игроками футбольного клуба «Спартак». За такой приз наши спортсмены сражаются изо всех сил. Игры настораживающие, очень сложные против некоторых. Ну, мероприятие было классное. Соперники сильные, но я припомню все усилия, чтобы победить их. Сильно так, в принципе. Некоторые команды слабые, некоторые сильные. Некоторые прям как мы. Если соберемся, то выиграем. А если без этого как там? Не соберемся, то может и проиграем, может и ничья будет. «Метрошка-2023» пройдет в 50 городах и 22 регионах России – Челябинской, Свердловской, Курганской, Оренбургской, Воронежской, Нижегородской, Кировской и других. В чемпионате примут участие свыше 8 тысяч человек. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».